Во Владивостоке стартовали краевые соревнования по синкио-кусинкай карате «Кубок доджо». Мероприятие приурочено к 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Молодежная столица России приняла более 400 юных спортсменов из разных уголков Приморья. Сегодня у каждого есть возможность проявить личную доблесть, показать, насколько крепко и насколько искренне вы тренировались все это время. Для того, чтобы зайти на пьедестал, получить кубок и получить эту медаль. Ребята, как сказал Мацутацу Аяма, для того, чтобы постичь базовые навыки карате, необходимо тысячи, десятки тысяч тренировок. Для того, чтобы стать мастером, необходимо еще столько же. Ну и для конца жизни необходимо время для того, чтобы познать все тайны карате. Поэтому, ребята, сил, упорства, достижения тех целей, которые вы перед собой ставите. Ну а сегодня сильнейшим я желаю победы вам всем без травм, судьям честного судейства. Благодарю. Участники соревнований готовились к ним заранее. Они долго и упорно тренировались вместе со своими наставниками. Многие занимаются этим видом спорта не первый год и в дальнейшем рассчитывают на большие победы. Тренировался. Упорство. Труд. Нужно тренироваться, чтобы было упорство. Верить в себя. Сегодня для меня очень важные соревнования, третий кубок доджо. Я собираюсь занять первое место. Мне очень нравится заниматься. У нас до 18 лет. Конечно, в планах хотелось бы этот турнир вывести выше, на дальневосточный уровень, где ребята могли бы принимать старшее участие. 18 лет и старше. Работаем над этим и, надеюсь, в ближайшем будущем у нас все получится. Соревнования «Кубок доджо» проходят в дальневосточной столице в третий раз. Они проводятся в разных весовых и возрастных категориях. В этом году всего будет разыграно 42 комплекта наград. Артем Белов, Диана Иванова, новости на Восьмом.